Хрустит. Привет! Сегодня мы будем готовить домашний хлеб. Первым делом мы вливаем теплую воду, 150 грамм, чайная ложка сухих дрожжей, 1,5 чайной ложки сахара и 0,5 чайной ложки соли. Мы не будем ждать пока. Я еще люблю добавить растительного масла. У нас виноградное. Мы попробуем. 2 чайные ложечки масла. В рецепте масла нет. Можно и без масла. Ну, мы так делали, нам понравилось. И добавляем сюда 2 стакана муки. Рассеиваем. Замешиваем тесто и оставляем его для подхода, для брожения на час. Тесто замешиваем не тугое. Вот наше тесто. Мы сделали маленький хлебушек. Сейчас мы его накрываем пленочкой и ставим на расстоечку. Пусть стоит около часа. Ну, смотрите, как он поднимется. Должно подняться. Хлеб два раза должен подняться. Мы поставим, чтобы температура была хорошая, теплую духовку. Мы ее слегка разогрели. Мы ставим в духовочку для подъема. Вот и подошло наше тесто. Сейчас мы делаем на нем надрезики. Это желательно делать или лезвием, или очень острым ножом. Включаем духовку на 200 градусов. И даем еще тесту постоять минут 10. Вот пришло наше время ставить наш хлебушек в духовку. Вот он у нас так подошел. Ставим в духовочку. А под низ поставим противень с водичкой. И все. И выпекаем 20-25 минут при температуре 200 градусов. Выпекался наш хлеб 45 минут. Пришло время его вынимать. Вот мы его вынимаем. Гляньте, какой красавчик получился. Остыл. Мы его вынимаем. Вот так вот он у нас выглядит. Хрустит. Наверное, долго остывало. Хруст есть. Разрезаем. Вот такой вот он у нас получился в разрезе. Гляньте, воздушный какой. Всем приятного аппетита. Пользуйтесь рецептом, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Может, что-то не так, подскажите.